Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на моем канале Болельщик ХК ЦСКА. Итак, шестой матч серии ЦСКА и Северсталь. Плей-офф Кубка Гагарина сезон 2022-2023. Сегодня я буду обсуждать игру, которая проходила в Череповце. И давайте сразу приступлю к голам. Первую шайбу Северстальцева забросил ее Пыленков. Шайба на ваших экранах. И эта шайба была забита в равных составах. Но в отличие от следующих шайб, которые я вам покажу. Вторая шайба. Все во втором периоде. В первом периоде шайб не было. Во втором периоде Александр Петунин в большинстве. Никита Нестеров удалился. Забил. Вот это красивая такая вот шайба. Такой вот пас, как-то оставили армейцы одного Петунина. И шайба влетела. И на второй минуте третьего периода счет 3-0 в пользу Северстали сделал Никита Рожков. Тоже в большинстве. Шайба тоже на ваших экранах. То есть первый раз вот она летит и не попадает в ворота. А со второй попытки, практически с той же позиции, Никита наносит бросок и делает счет разгромным. К сожалению, армейцы в этой игре проиграли. Счет серии 3-3, и 14 марта они будут играть в Москве. Я желаю армейцам удачи. Всем пока!